Люди знают о Боге, но не знают Его, топчут храмов пороги, но толку с того. Почитают устами, а делами клянут, посиняясь крестами, и воруют и лгут. Смерть сорвет эту маску, завершится игра, и предстанут огласке всеземные дела. Бог не спросит, крещен ты, и ходил ли ты в храм. Важно будет, прощен ли преступлением срам. Когда ты будешь очищен кровью жертвы Христа, небо будешь восхищен, и не будет греха. Друг, ты знаешь о Боге, но не знаешь Его, и обманешь в итоге ли себя самого. Не спасет христианство, но спасает Христос. В нем любовь, постоянство, утешение от слез. Аминь. Аминь. Листья принес.
что праздно мой век пролетит. Другие плоды показали, а я только листья примерил. Загребели, когда Андрей Яковлевич пел соло, а мы вот помогали ему вот петь этот гимн. Сколько лет прошло, но вот, знаете, память человеческая. Все помнится. Хорошо, стихотворение, Алексеевна, пожалуйста. Псалом 18. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах руки вещает речь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходят звуки, и слава Его до небес. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделенные золото, и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. И тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Аминь. Сейчас будет пение для тебя, о человек, пока сестры готовятся. Да, вот когда мы
сознаем, что Бог для нас сделал. Да, трава для нас, солнце для нас, плоды для нас. Все для нас, для того, чтобы вот человек, смотря все то, что окружает нас, задумался о смысле своей жизни. Прославляет ли он Господа или нет? Пение для тебя, о человек. Yeah.